Ребята, всем привет, с вами снова я, Дексон, и сегодня в данном видеоролике мы с вами поговорим про то, как один из разработчиков уже играет и во всю силу тестирует новый сезон с обновлением 0.23.0. Но за это я попрошу вас поставить лайк и подписаться на мой YouTube канал с колокольчиком. В моем телеграм-канале сейчас безумно много розыгрышей, а также совсем скоро я там запущу розыгрыш на прокачку. Так что переходите в него по ссылке в описании, давайте не будем тянуть, берите все самое вкусное. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Вы вообще видели, что происходит на GG стендов? Новое крутое обновление в киберпанк стилистике, а также новые нереально окупаемые кейсы. Новый ивент Братства хакеров с нереально огромным розыгрышем голды в трех режимах. Ну а по ссылке в описании я оставил именно для тебя крутой промокод на плюс 35% к депозиту, а также бесплатный прокрут барабана. Ну а для самых крутых в описании я оставил крутой промокод на бесплатное открытие нового кейса Ребекка. Переходи по ссылке в описании и утони реально красивые скины с хорошим шансом окупа, я в тебя верю. Думаю, все видели и уже успели обновиться на новый патч версии 0.22.3, в котором были добавлены мелкие изменения внутри игры, про которые я вам рассказывал раньше в своих ранних видеороликах, а именно новые регионы, такие как Нидерланды, Франция, Польша, Чили, Бразилия и также Сингапур. Изменение количества символов ники, которые сократились от 32 до 16 символов, и теперь ники будут поменьше. Это, конечно, все очень круто, но это мелкие изменения, и особо ничего не поменялось, а лишь помогло игре людям на новых регионах, где у них будет поменьше пинг. Особо ничего удивительного в данном обновлении нет. Но еще до выхода этого патча в одной из групп по сливам слили информацию из кода игры Standoff 2, на которой было показано, как один из разработчиков тестирует уже новый патч 0.22.4, который на одну версию постарше недавнего обновления. Честно сказать, даже не знаю, что здесь может быть добавлено нового, скорее парочка новых регионов. Ну а также какие-нибудь малые изменения внутри игровых моментов, возможно какие-нибудь новые значки в киллфиде, такие как смоук и так далее. Но хотел бы подметить, что именно этот разраб с ID Dev 32 всегда тестирует патчи обновлений. Ну а также глобальное обновление, и возможно он является в этом самым главным, и он дорабатывает все мелкие детали, чтобы игра не лагала и было все круто. Но вот с этого, ребят, вы будете в безумном шоке, что я для вас нашел, такого вам еще никто не показывал. Тот же самый разработчик из того же самого клана и с таким же ID уже начал тест обновления 0.23.0 с новым сезоном. На данном скрине, появившемся сейчас на экранах, вы точно можете видеть ID разработчика и версию игры. Так что я вас ни в коем случае не обманываю, а это уже действительно интересно. Если тест уже начался, то значит, что совсем скоро разработчики запустят новую премьеру к трейлеру на своем YouTube канале. В данном обновлении уже будет все гораздо интереснее, ведь это не какой-то мелкий патч с изменениями, а целое масштабное обновление, связанное с удалением Скорпион кейса, шестилетием игры, а также новым сезоном с крутым и длинным пасом. Ну а также, если удалится Скорпион кейс, то он естественно выйдет на рынок и добавится новый кейс, возможно, с новыми ножами, перчатками или с чем-нибудь крутым, которые нам подготовят разработчики. Многие также поговаривают, что в новом обновлении снова модернизируют карту провинции, ведь в прошлом трейлере была одна пасхалка и, возможно, вернут коня на центр карты. И я считаю, что это будет очень круто. А как считаете вы, обязательно напишите в комментариях, как вам нравится больше, с конем или с чем-нибудь другим. Также будет новый режим заложники, новые модели игроков с возможностью кастомизации персонажей и многое другое, о котором вы сможете узнать в данном видеоролике, на который сейчас появилась подсказка. Друзья, ну а на этом наш видеоролик подошел к концу. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой YouTube канал с колокольчиком. Ну а также в моем телеграм-канале сейчас выйдет пост с розыгрышем данного скина. А также там сейчас проходит конкурс на тачки Acid, так что переходите в него по ссылке в описании и обязательно лутайте гаудишку очень легко и очень быстро. Ну а если именно ты досмотрел ролик до данного момента, то напиши в комментариях: я жду обнову 0.23.0, и тогда я пойму, что именно ты смотришь все мои ролики от начала и до самого конца, и поставлю лайк на твой комментарий. Ну а на этом все, всем удачи и всем пока, ребята, до новых встреч в следующем видеоролике.